уже в эту субботу в Кировске стартует фестиваль социальных проектов «Энергия роста Апатиту-90». В мае он уже проходил в Апатитах, и тогда свои достижения представили городские организации, получившие финансовую поддержку на реализацию идей от компании «Фосагро». 26 октября с 11 до 17 часов в городском дворце культуры впервые в Кировске пройдет фестиваль социальных проектов «Энергия роста Апатиту-90». Вас ждет множество увлекательнейших мероприятий. Евгений, что же будет происходить во дворце? Ну, уже с 11 утра откроются игровые площадки с народными забавами перед ДК на лестнице. Притягивание каната, лассо, городки, много-много других забав будут ждать тех, кто придет к нам на праздник, чтобы никто не скучал. Одним словом, безудержное веселье. Конечно же, продажа продукции корпоративного питания по очень-очень праздничным ценам. Ну, естественно, горячий чай от молодежной организации, чтобы никто ни в коем случае не замерз. Самых активных мы будем ждать в театре. Дворике с 11:30 до 12:00. Там будет проходить спортивно-музыкальное шоу-марафон. Ну и еще много всего интересного. Перед Дворцом культуры во дворике можно будет наблюдать показательные выступления мотохибины. Ну и сфотографироваться с различной мотоатрибутикой также можно будет. Евгений, много всего интересного будет и в самом Дворце культуры? Да, конечно же, все основные, в принципе, интерактивные площадки будут расположены в самом Дворце культуры на первом и втором этажах. Можно будет не только посмотреть, но и самому поучаствовать, чему-то научиться. Например, можно поучаствовать в мастер-классе от шеф-повара в кафе «Сказка» и научиться очень-очень вкусно готовить. А в 12 часов в самом Дворце культуры в Большом зале состоится торжественное открытие фестиваля. Снимки, сделанные в фотозонах или на площадках фестиваля, могут принести вам памятные подарки. Для этого необходимо выложить фотографии в социальной сети ВКонтакте, на страничке информ-партнера фестиваля «Ипка Лавина» или же на своей страничке с хэштегом «Энергия роста». Все фото соберут в альбоме, где за понравившиеся снимки можно будет поставить лайки. Те, кто наберет больше сердечек, и получат памятные подарки.